Твоя жизнь, Иван. Что же касается того, что написано в Евангелии, то этого не происходило на самом деле никогда. Мы заказали тебе большую антирелигиозную поэму. Ты эту поэму, Иван, написал, и очень короткий срок, но, к сожалению, совершенно нас ею не удовлетворил. Иисус у тебя получился, ну, совершенно как живой. Но хотя и не привлекающий к себе персонаж. Я же хочу доказать тебе, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете. Дайте нарзану. Нарзану нет. Пиво есть. Пиво привезут к вечеру. Ну а что есть? Абрикосовое, только теплое. Ну давайте. Знаешь, Иван, у меня сейчас от жары чуть удар не сделался. Да что-то вроде галлюцинации было. Нет, пожалуй, пора все бросить черту и в Кисловодск. Ну, продолжим. Я хочу указать тебе на древних историков. Например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, нигде ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. А то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых аналов, где говорится о казни Иисуса, есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка. Нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не призвала бы на свет Бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Сядем? Вот на это нужно сделать главный упор. Я хочу указать тебе на древнеегипетского Азириса, благостного бога, сына земли и неба, и на финикийского Фамуза, и на Мардука, ну и даже на менее известного грозного бога Вицли-Пуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике. Немец. Англичанин. Ишь, и не жарко ему в перчатках. Ты, Иван, очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, Сына Божия. Но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божьих, как, например, фригийский Атиск. Коротко же говоря, ни один из них не рождался, и никого не было, в том числе Иисуса. И необходимо, чтобы ты, вместо того, чтобы описывать рождение или, скажем, приход волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении. А то получается, по твоему рассказу, что он действительно родился. Ну, согласись, действительно смешно.
Не обижайся, но действительно так получается. Извините меня, пожалуйста, что я, не будучи знаком, но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что я... Разрешите мне присесть? Пожалуйста. Если я не ослышался, Фейс Воллери говорит, что Иисуса не было на свете. Именно это я и говорил. А вы соглашались с вашим собеседником? На все 100. Изумительно. Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы... Помимо всего прочего, еще и не верите в Бога. Клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. И об этом можно говорить совершенно свободно. Позвольте вас поблагодарить от всей души. А за что это вы его благодарите? За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно. Но позвольте вас спросить, а как же быть с доказательствами бытия Божия? Коих, как известно, существует ровно 5. Ни одно из этих доказательств ровным счетом ничего не стоит. Ведь согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может. Браво! Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез. Он начисто разрушил все 5 доказательств. А затем, словно в насмешку над самим собою, соорудил собственное. 6-е доказательство. Но доказательство Канта также неубедительно. Да взять бы этого Канта за такие доказательства! И года на 3 в лагеря! Иван. Именно. Именно. Ему там самое место. Ведь говорил я ему тогда, за завтраком. Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали. Оно, может, и умно, но более непонятно. Над вами потешаться будут. За завтраком Канту? Но отправить его в лагеря невозможно. По той причине, что он уже слишком 100 лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем самые дальние лагеря. И извлечь его оттуда никоим образом нельзя. А жаль. И мне жаль.